Новое видео выходит каждый день в 20:00. Я понимаю, что данный вопрос немного странен и слегка специфичен, но вы когда-то придумывали себе никнейм для канала? Да, придумывали? Слушайте, а если вы не считаете, что я сейчас вас баичу, то напишите, пожалуйста, в комментарии, какой это был никнейм. Или просто оставьте комментарий, а я по вашему комментарию узнаю, какой у вас никнейм. Ведь у вас там будет написано, и вы поймете, чаще всего, типа, люди вставят имя и фамилию и так далее. Но мы немного отвлеклись, мы немного не туда зашли. А дело в том, что в GTA Samp YouTube существует такой человек, как Ахер. Блять, Ахер! Как ты такой никнейм себе придумал, пиздец! Ахер, блять, Ахер! Хер, блять, хуй! Почему? Я не... Это, безусловно, оригинально, но насколько же никнейм, блять, тупой! Просто как, блять, как ты его... Я не понимаю, нахуй! Нет, серьезно, Ахер! Блять, о чем ты думал, блять, Хер? Почему бы не назвать канал типа «Тот хуй с Ютуба» или «Тот хуй с микрофоном» или еще как-то Ахер, блять? Я просто не по... Бля, Ахер, блядь, Игорёк. Его зовут Игорёк, если что. То есть ему даже с именем не повезло. Игорёк, блядь. Я не... Ахер, блядь. Что за никнейм такой Ахер? То ли дело задан Семёну, блядь. Гордо звучит, блядь. То ли дело Ангел Кассада, блядь. Или Эмпайр. Вот Эмпайр прям вообще, блядь. Такой никнейм себе сделал, охуеть. Лучега там, Кей-Княж. Вот это я понимаю, блядь. Ахер, нахуй. Пиздец, чё? Блять, нормального человека Игорем не назовут. Нормальный человек себе никнейм Ахер, блять, не возьмет. Ладно, это я перешел на какие-то личностные оскорбления. Ахер. А, дорогой мой Игорек, Ахер, любимый мой, я ни в коем случае не пытался тебя оскорбить, не оскорбляйся, пожалуйста. Хотя мне похуй, а я ебал твою мать, если ты оскорбился. Если не оскорбился, то не ебал. Ну мало. Мало ли у тебя какие-то сомнения возникли, да? Ладно. Мы сейчас не об этом. Я бы даже не узнал о данном GTA Samp ютубере, о данном человеке и так далее, если бы не пост в одном из журналов. Хотя какой-то же, я не буду называть это журналом, сер, нет, блять, журнал, это не журнал, это говнище полное, блять, не, после того, что они нахуй сделали, пошел нахуй, блять, с этим журналом этот основатель, блять. В общем, в одном из журналов, блять, это не же... В одном из сообществ ВКонтакте, посвященном GTA Samp YouTube, и в частности GTA Samp YouTuber, разместился 10 февраля пост, где было сказано о том, что ютубер по имени Ахер очень часто меняет сервера. И мне вообще похуй, если честно. Я вот вам хочу сказать, мне похуй. Чё ты рекламируешь, когда ты рекламируешь, на каких проектах ты снимаешь, мне поебать. Каждый зарабатывает как может, если ты зарабатываешь тем, что ты снимаешь самп, ты красавчик. Просто не будь при этом двуличной мразью и хуесосом, просто говори правду. Никаких претензий у меня к тебе не будет. Абсолютно никаких. То есть, ладно. Вы уже можете знать, что в начале данного канала, хотя у меня до сих пор идет начало, но вот в самом начале этого канала у меня вышел ролик под названием «Никому не нужный Мау Демиана». Я сделал вывод о ненужности данного человека вследствие того, что он снимал на большом количестве проектов, часто переходил и так далее, и... Я могу склониться к тому, что это не всегда была его вина, то, что он переходил с какого-то проекта. Возможно, там обстоятельства какие-то сменились, возможно, с руководством что-то не так стало, и так далее, и тому подобное, причин много. Но, блядь, когда ты переходишь с одного проекта на другой, нахуй ты это оправдываешь, блядь, перед кем ты оправдываешь? Перед самим собой, блядь? А ты думаешь, что ты перед самим собой нечестен или чё, блядь? Какая тебе, блядь, разница, что эти подумают, блядь, твоя вот эта циферка на канале, нахуй. Ну подумали, отписались и все, нахуй тебе такие нужны, блядь, на канале. Но нет, надо же оправдываться. Так вот, давайте я вам расскажу вот такую маленькую хронологию такого GTA Samp ютубера, как Ахер. А, блядь, у меня до сих пор такое ощущение, что это какой-то рофл, блядь, ну как можно свой канал Ахер, блядь, назвать? Я не понимаю. Назвал бы хоть Асхер, блять, я не знаю, или еще какие-то буквы добавил. Ну тут прям как будто хер, и ты просто какую-то букву добавил. Такой типа, хер. А. А!
Ахер. Ну ладно. В общем, дело в том, что Игорёк изначально снимал, а также сотрудничал с таким проектом, как Diamond Roleplay. Diamond Roleplay платил ему 30 тысяч рублей в месяц. Вы только представьте, это ошеломительные деньги. Это неплохая такая зарплата по региону, да и в целом можно прожить в каком-нибудь городе по типу Казани на 30 тысяч рублей, я подозреваю. У меня слабое представление об этом, однако 30 тысяч рублей, это по информации как раз таки того паблика ВКонтакте, которого, название которого я не буду называть, ну, потому что я считаю, что это говно, оно вообще не должно нигде цитироваться, потому что это, блять, полнейшая залупа, это просто, блять, невозможная хуета. Так вот, я бы не доверял, опять же, этой информации, однако многие говорят, что там 30 тысяч рублей, раз уж многие говорят, ну, не все же это с потолка взяли, если бы брали с потолка, то постоянно версии бы разнились, а тут 30 тысяч рублей, так 30 тысяч рублей, почему нет? Вот. По итогу, наш дорогой Игорёк Ахер сотрудничал с Даймондом, который платил ему 30 тысяч рублей. Но по итогу что-то у них там не срослось, что-то не заладилось, и Ахер, оскорбив весь проект, слив свою группу с подписчиками, где 90% это были игроки Даймонда, потому что он не был намерен сидеть на Diamond Roleplay. Блять, если ты не намерен играть на каком-то проекте, то просто, блять, с него уйди. Не обязательно что-то сливать, не обязательно показывать, что ты ебучий, блять, человек, который... Да какой ты нахуй человек, ты ебучее животное, не следящее за своими эмоциями, блять. При этом старающийся казаться лучше, чем оно, блять, есть. Ты уебок. Так вот, наш дорогой Ахер пришел со своей аудиторией на такой проект, как Arizona Roleplay. Как вы можете знать, Arizona толерантна абсолютно ко всем GTA сам ютуберам. Она возьмет любого инвалида. Меня взяли, барона взяли, я думаю, этого достаточно доказательств. Ахера взяли, самое главное, Ахера взяли, поэтому про инвалидов я вам тут пруфую максимально наглядно. И так вот, дело в том, что наш дорогой Ахер снимал на Аризоне. Из 15 тысяч стабильных просмотров, на которые были на Даймонде, потом он перешел на Аризону, вот эти 15 тысяч стабильных просмотров упали до еле-еле 3 тысяч просмотров за видеоролик. И вы знаете, спустя небольшой промежуток времени наш дорогой Ахер объявил о том, что идет на такой проект в КРМП, по-моему, как Brilliant Roleplay. Brilliant Roleplay — это какой-то дочерний проект Даймонда, блять, я в этом не особо разбирался, но это, наверное, как родина Roleplay у Аризоны, что-то наподобие того. Вот, и Игорёк наш сразу же объявляет, что, блять, мол, Аризона хуета, а я перехожу на Brilliant Roleplay, потому что там лучше, потому что так далее. И вот эти вот бесконечные оправдания, ну, блять, ну захотел ты уйти, ну деньги тебе дали, ты так и скажи, блять, тебя кто-то осудит или чё? Скажут, ебать, красава, заработать решил. Не то, что какие-то дауны на заводе, у тебя же у самого ролик был о том, почему не надо идти на завод, почему ты стесняешься этого, почему ты постоянно оправдываешь. В конце концов, я, блядь, не понимаю, почему нельзя снимать на нескольких, блядь, проектов одновременно. Так делает Делорензи, так делают все, блядь, нормальные люди. В чем ваша, блядь, проблема, я не понимаю. Вы можете засовывать прирол, блядь, в отдельный рекламный ролик, но не можете, блядь, снимать на нескольких проектах. Что с вами не так? И постоянно оправдываете свой переход с одного проекта, блядь, на другой. Блять, что такое, нахуй, я не понимаю. Я, блять, просто не понимаю. И он еще, знаете, как оправдывал, типа, то, что он переходит на Brilliant Roleplay. Он такой, типа, чуваки, блять, я перехожу туда не ради денег, не потому что мне заплатили так много, а потому что я хочу вернуть старую аудиторию, именно поэтому. Сука, ну что такое, блять, ну что с тобой не так? Блять, ну, ой, ну пиздец. По итогу, он выпускает тот самый ролик о том, что переходит с Аризоны на Brilliant Roleplay. Тот ролик набирает огромнейшее количество негативных оценок, такие как дизлайки, негативные комментарии и не только. И, блять, и все, и удаляет ролик. Просто все, блять. Из этого можно вполне спокойно сделать вывод, что Ахер, как и Мао Дамиана, никому не нужны. Я думаю, что можно даже сделать отдельный плейлист на моем втором канале, на котором ролики, хочу вам напомнить, выходят каждый день в 20.00, об этом вам сообщает Григорий Нези, это майнкрафтер из начала всех роликов на моем канале. Так вот, ролики на данном канале выходят каждый день в 20.00, и я подумал сделать рубрику по типу то, что... рубрики, вернее, по типу того, что я бомблю, по типу того, что я как-то аналитически что-то там критикую, и рубрику под названием «Никому не нужный». Как вы можете понять, в этой рубрике
рубрики в этом плейлисте уже затесалось два прям вот мастодонта. Это Мау Демиана и Ахер. Ахер. В общем, ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Не ставьте себе никнейм Ахер. Всем пока.